The most loneliest day of my life. New metal по-армянски. О, какое же это вкусное блюдо! Всегда острое, всегда с яркими нотками легкой придури. Но прежде чем я начну рассказывать вам о моей любимой композиции группы System of a Down, Lonely Day. Such a lonely day. And it's mine. Несколько слов о том, как группа System of a Down появилась на свет. А история сия своими корнями уходит в 17 век, когда в Северную Америку приехал первый армянин. С той поры армянская диаспора в Штатах заметно разрослась. На сегодняшний день в Калифорнии проживает одна из самых богатых и успешных армянских диаспор. В ее дружных объятиях Серж Танкян и Даррен Малакян основали сначала группу Soul, а после ее распада и группу System of a Down – «Система падения», которая изначально подразумевалась как Victims of a Down – «Жертвы падения». Но Шаво Ададжан, бас-гитарист группы, предложил подобрать вариант, который позволил бы будущим альбомам группы стоять ближе к группе Slayer. То есть ориентиры изначально были понятны. Вот так Серж Танкян, Джон Далмаян, Даррен Малакян и Шаво Ададжан в 1997-м попали в поле зрения уже не раз упомянутого мною Рика Рубина, с именем которого связаны самые успешные альбомы группы Beastie Boys. You gotta fight for your right. Limp Bizkit. I'm sorry. Linkin Park. Run DMC featuring Aerosmith. Red Hot Chili Peppers. И многих других. Первый же альбом группы по результатам продаж стал золотым, а после и платиновым. Меня на творчество System of a Down подсадил мой старший сын. Причем сначала я услышал, как он поет песню Lonely Day, после чего мне захотелось услышать и оригинал. The most loneliest day of my life. Написал песню Даррен Малакян и, как оказалось, даже не собирался показывать ее друзьям. Но когда он наигрывал ее, сидя на студии, Даррена услышал Рик Рубин и тут же поинтересовался, а что это он играет. Даррен показал песню и... назад пути уже не было. Such a lonely day. Кстати, он действительно не считал, что песня удачная, но под руководством Рика Рубина получилась не просто баллада, а песня, которая чуть было не принесла Грэмми группе System of a Down в 2006 году. The most loneliest day of my life. О чем конкретно эта песня, никто не знает. Все домыслы фанатов о погибшем на пожаре брате, которого у Даррена никогда не было, или о погибшем в Ираке друге, который никогда в Ираке не служил, Даррен опровергает. Говорит, что просто как-то выдался одинокий день и написалась одинокая песня. The most loneliest day of my life. Хорошая песня. Продолжение истории о группе System of a Down уже скоро здесь. Day that I'm glad I survived.